Салаватской епархии состоялась лыжная гонка. Спортсмены разных возрастов преодолели расстояние в 2 километра 200 метров. Подробности далее. Вот так весело в селе Нордовка приветствуют спортсменов. Лыжное снаряжение уже готово к старту. А значит, под крики болельщиков пора двигаться в путь. Маршрут начинается у храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана. Подобное соревнование в селе проходит впервые. В лыжной гонке приняли участие от 8 лет до 55 лет люди. Несмотря на погодные условия, все участники были довольны. Все были победителями. Надеемся, что это станет традицией для села Нордовки и Салаватской епархии. Настоятель храма, а также 15 участников из разных городов – Ишимбая, Мелюза, Салавата – преодолевали сложности трассы. Мне было трудно проходить гонки, ехать по новой улице. Там очень тяжело было, потому что там надо выбирать места, где побольше снега и... Надо на разных краях ездить, и только поэтому я пришел предпоследний. Так бы я первый пришел. Отец Дмитрий, я на следующей гонке вас обгоню 2 круга минимум. Несмотря на ветер и другие трудности, лыжники сохраняли олимпийское спокойствие. 5 лет назад я вышла на пенсию и приобрела себе лыжи. Я обожаю этот вид спорта, и сегодня я приняла участие в лыжной гонке, которую организовал отец Дмитрий нашей церкви. И поэтому гонка нам удалась, хотя и погода не совсем была благополучная, но мы все-таки пробежали. После завершения лыжни общение спортсменов и болельщиков продолжилось в трапезной храма за вкусным обедом.